сейчас, глядя с высоты уже своих лет, я могу сказать, что таких дней бывает очень мало. Пожалуй, это вот сейчас, когда вы закончили вуз, мечта сбылась, и при этом открылась новая дорога перед вами. Новая дорога, которой вам предстоит идти всю жизнь. Этот день очень торжественный, и вы его запомните на всю жизнь. Вы провели нелегкие годы в Московской медицинской академии. Это как большой турнир. Вы победители сегодня. Вы выиграли финал. Да, у вас были очень трудные минуты. У вас... Глубоко уважаемый Михаил Александрович, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые гости, уважаемые выпускники, сегодня получает дипломы и покидает стены старейшего медицинского вуза 119 выпускников, представители 30 стран. Это... Академии наук и Академии медицинских наук России Михаилу Александровичу Пальцеву. Дорогие коллеги, долгие годы мы ждали возможности назвать вас так, потому что коллега – это обращение среди врачей, среди провизоров. Коллега – это те слова, которые напоминают о клятве Гиппократа, в соответствии с которой мы должны прийти друг другу на помощь, советом, с консультацией и в трудном случае стать рядом. Вы заканчиваете самый старый и самый знаменитый вуз в России, Московскую медицинскую академию, который ведет свою историю с момента основания Московского университета по указу императрицы Елизаветы. Вуз, который хорошо известен за рубежом, и с вашей помощью мы расширяем и расширяем географию. Сегодня около сотни стран имеют выпускников Московской медицинской академии, и мы поддерживаем, стараемся поддерживать связи с нашими выпускниками. Мы знаем, что они благополучны, в основном хорошо устроены и достойно несут знания выпускника Московской медицинской академии. История практически уже с момента основания Московской медицинской академии в конце 18 века. Дорогие коллеги, будьте благополучны, будьте успешны, счастливой вам профессиональной карьеры. Спасибо.
очень рады видеть вас еще раз. Будем рады видеть ваших детей. Я надеюсь, что я еще увижу ваших детей и буду учить ваших детей. Я желаю вам прежде всего здоровья, блестящей карьеры и большой любви. Забыть, да? Впечатление остается на всю жизнь, наверное, потому, что мы вас очень любили, очень хорошо учили и хотели, чтобы вы все сдали только на отличные оценки. У вас очень светлый день и радостный, а вот у нас, у преподавателей, всегда в этот день нам грустно. Это, пожалуй, для меня вот это единственный день, когда я завидую молодым, потому что у вас это начало, а мы вас отпускаем, а вы наши дети. И мы вас очень любим, и нам грустно, что вы уходите, хотя это естественный процесс. Вы уходите, мы остаемся, придут другие. Мы также их будем любить. Здравствуйте, Михаил Александрович, мы теперь с полным основанием имеем возможность так к вам обращаться. Сегодня действительно чрезвычайно торжественный для вас день. Вы преодолели одну из первых сложных ступеней своей жизни. И дальше у вас будет очень много ступеней, их придется преодолевать, будут тернии. Но вы всегда будете с трепетом вспоминать студенческие годы, потому что по опыту собственного и многих поколений студентов, которые уже прошли перед нашими глазами, совершенно очевидно, что это одни из самых радостных, самых светлых воспоминаний о молодости, о юности, о беззаботном, в общем-то, хотя и сложном, но беззаботном житии. Так что это сегодня и очень радостно, и в то же время грустно не только для преподавателей, как было сказано, но и для вас день, потому что вы уходите из беззаботной жизни в жизнь очень насыщенную терниями и скорее у врачей не только радостью излечения, но и теми сложностями и ударами, которые приходится нам испытывать. И здесь я... Господа послы иностранных государств, почетные представители дипломатической миссии, проректор Московской медицинской академии профессор Алаудин Иван Николаевич, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Your Excellency, the Ambassadors of Foreign Countries, Honorable Representatives from the Diplomatic Mission, Vice Chancellor of the Moscow Medical Academy, Professor Alaudin Iran Nikolaevich, Ladies and Gentlemen, Dear Friends. Я очень благодарю вас, директор культурного центра посольства Индии, секретарю посольства Индии. Уважаемый президиум. Ladies and professors who will put their life energy to make them what they are. Уважаемые профессора, которые обучали в течение столь длительного периода наших студентов. Courageous parents who have sent their youngsters here. Уважаемые родители, которые отправили сюда своих детей. And dear students. И дорогие студенты. This is a very special day for you. Это особенный день для всех вас. Our very heartiest congratulations for it. Наши самые сердечные поздравления вам по этому случаю. Спасибо. И я хочу выразить надежду, that you will come back to this academy, что вы вновь вернетесь в стены этой академии. And professionally excel even better than you. Professionally excel even better than you. И я желаю вам всяческих профессиональных успехов. Thank you very much. Спасибо большое. Слово предоставляется его послу Республики Кении, его превосходительству, господину Нинбати. Здесь Наталья. Здесь
Rector of this university. Уважаемый господин ректор Академии. Vice rector. Господин проректор. Lecturers. Господа преподаватели. Ambassadors and diplomatic representation. Господа послы и дипломаты дипломатических миссий, аккредитованных в Москве. Students and ladies and gentlemen. Господа студенты, дамы и господа. Do you see me a great pleasure? Я с большим удовольствием присутствую сегодня здесь. To stand before you, learned people. Learned. To stand before you, learned people. Я с большим удовольствием присутствую здесь. Indeed, it is an achievement which you have achieved after 7 years of hard work. И узнал о тех достижениях, которые вы достигли за прошедшие 7 лет, обучаясь в стенах этой академии. Замечательной жизни. Спасибо вам большое. السيد عميد الأكاديمية البروفيسور رونات نيكولايفيتش علاء الدين أصحاب السعادة موسكوفسكي ميديسينسكي أكاديمية بروفيسور علاء الدين رونات نيكولايفيتش أصحاب السعادة الأساتذة أيها الأطباء المتخرجين موسكوفسكي بروفيسور في صفات أكاديمية أكاديمية دروزيا بصفتي نائبا لعميد السلك الدبلوماسي العربي في موسكو Я как представитель дипломатического арабского корпуса в Москве. أتقدم من جميع الخريجين. Разрешите выразить всех выпускников Московской исследовательской академии. بالتهاني الحارة. С поздравлением, горячим поздравлением. وأتمنى لهم مزيدا من التحصيل العلمي. И желаю вам больших успехов и продолжения учебы. أتمنى لهم النجاح في عملهم ومستقبلهم. أجلات بعض الشيخ أصبحت إيه بربط إيه بودشة. وأتمنى لهذه الأكاديمية الاستمرار في هذا النجاح والإنجازات. إيه بجلالي موسكوفسكي ميديسينسكي أكاديمي بيوس أستابي الشيخ أصبحت زا إتخ الشيخ ربط كتوري ديرت. ونحن في الدول العربية سعداء جدا بالخريجين هذه الأكاديمية. إني بعربش أختارلك أوشن رادي بوكسنيكوف ككاتشستوني براشي موسكوفسكي ميديسينسكي أكاديمية. الذين يقدمون خدمات كبيرة في الدول العربية في مجال الطب. كاتوري أوشن أكتيفنا روبوتات إي إفكتيفنا. Rector, Mr. Baxter, members of the staff, excellencies, ladies and gentlemen. Уважаемый ректор, уважаемый проректор и преподаватели, дамы и господа. I am very delighted to participate at the convocation ceremony today. Я очень рад сегодня участвовать на церемонии вручения диплома. This is no doubt a happy occasion for everyone, especially those who completed their extra studies, and for the parents who will feel great pride today that their children have accomplished their objectives and entering a noble profession. Не сомневаюсь, что это событие радостное для всех, в частности для тех, кто закончил учебу в медицинской академии, и для родителей, которые чувствуют сегодня гордость. Потому что их дети достигли цели и начинают благородную профессию. May I take this opportunity to advise the doctors, assembled here, that although you have fulfilled the objectives expected by your parents, you have an important obligation, that is to make use of your education to the benefit of your people. Посвящите пользоваться случаем, посоветовать врачам, которые собрались здесь, что хотя они выполнили цели, ожидаемые родителями, у вас есть важные обязательства,
Это... С большим волнением перехожу к выступлениям студентов. Что-то они о нас скажут. Слово предоставляется Гафури Андреевне. Уважаемый проректор, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, в этот знаменательный для всех нас день от имени выпускников Медицинской академии я хочу поприветствовать присутствующих здесь наших дорогих преподавателей, гостей, представителей дипломатического корпуса. Прошло уже почти 7 лет с того самого дня, когда мы впервые оказались в стенах нашей Алма-Матер. Тогда мы были юными беззаботными, с горящими глазами и сильной жаждой новых знаний и открытий. Мы, дети разных народов и убеждений, с разными взглядами и представлениями, стали вместе постигать интересный мир новых знаний. Тогда-то, глубоко уважаемые послы, уважаемые коллеги, вот наконец настал день, которого мы ждали все эти 6 лет. Сейчас мы можем поздравить друг друга. Хотя мы преодолели все трудности студенческой жизни, хотя нам было это очень нелегко адаптироваться в чужой стране с таким суровым климатом. Мы научились понимать все с первого слова, сдавать экзамены все с первого раза, и теперь мы хотим сказать спасибо всем, чем кто нам в этом помог. Это в первую очередь преподаватели, которые терпеливо вкладывали в нас знания и собственным примером учили нас быть хорошими врачами и людьми. Также хотим от всей души поблагодарить весь коллектив деканата иностранных учащихся за их внимание, понимание и поддержку эти 6 лет. Хотим... Глубоко уважаемый Ренат Николаевич, глубоко уважаемый Хаслин и все присутствующие здесь, коллеги и друзья. От имени всех выпускников мне хотелось бы поблагодарить всех тех, кто помог нам осуществить нашу мечту и получить любимое высшее медицинское образование. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить свою семью, сделавшую мое обучение здесь возможным и поддерживавшую меня все эти годы своей любовью и заботой. А также искренне я хотел бы поблагодарить ректора Михаила Александровича, нашего проректора и декана факультета Рената Николаевича и всех сотрудников деканата за хорошую организацию учебного процесса. Господин Ренат Николаевич Аравитин, уважаемый первый заместитель декана Сергей Алексеевич Паранов, здравствуйте, уважаемые сотрудники деканата, с которыми нам приходилось банка. Вообще-то мне бы хотелось в этом торжественном дне на церемонии вручения дипломов выразить просто, даже рассказывать, ну, скорее всего, даже про того, что я сейчас ощущаю на данный момент. Несмотря на то, что сегодня закончился один из самых трудных периодов моей жизни, может быть, лично и, скорее всего, всех остальных, но все-таки как-то вот это, я чувствую немножко некоторую грусть, потому что на вечеринке придется расставаться с любыми друзьями, там, многие не смогут, наверное, сюда возвращаться, хотя ну, тут остается. Придется расставаться с любыми преподавателями, с которыми я, например, имел очень тесный контакт. И сегодня такая профессия, она настолько благородная, это профессия святителя, спасителя. Дипломатический корпус, уважаемые преподаватели, дорогие гости и выпускники. Сегодня для нас, всех собравшихся в этом зале, знаменательный день. Прошло уже немало времени с того дня, как мы переступили порог нашей академии. Мы пришли на первый курс с огромным желанием получить знания. Здесь мы впервые познакомились с серьезной наукой, с большими учеными и их научными трудами, с опытными преподавателями, которые дали нам знания, необходимые не только для нашей будущей работы, но и жизни. Все мы студенты медицинской академии, принадлежим к разным народам, но нас объединило одно – стремление получить интересную и очень важную работу. Быстрее, Казахстан! Казахстан!
Тимоша, Шри-Ланка. Вы успеваете, да? Да. Кукуриадриана, Греция. Сирт Мармит, Индия. Кедидил Сильвия, Индия. Хельдер Драх, Германия. Дипломы получают представители Организационного комитета, которые приложили немало сил и времени для того, чтобы состоялся сегодня наш вечер. Это Аль-Алиди Махмуд, Иордания. Фантазия, прошу прощения.
Хранить благодарность и уважение к своим учителям. Быть требовательным и справедливым к своим ученикам. Способствовать их профессиональному росту. Доброжелательно относиться к коллегам. Обращаться к ним за помощью и советом. Если этого требует интереса больного. И самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете. Постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство. Беречь и развивать благородные традиции медицины. Клянусь. Теперь это настоящий ваш. Давайте. 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 Давай
Кто-нибудь, пожалуйста. Сюда. Открываем подарок.